Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Pizza Cooking Simulator. Предыдущая серия была не была увенчана успехом, и получилось там как получилось, ничего страшного не произошло, вроде как даже уровень дали новый. В этой серии мы с тобой постараемся быть немножечко более аккуратным и немножечко более успешной, чтобы была у нас с тобой серия. И хочу напомнить, что... если ты поставишь лайк, то у тебя все будет хорошо. Естественно, напиши комментарий, подпишись на канал, не забывай об этом. И также ты можешь подписаться на группу ВКонтакте. Ссылка на нее указана в описании под видео. Обязательно переходи, там вступай в чат. Люди там общаются. Весело вроде даже как-то. И, собственно говоря, давай начнем. Надо сделать нужно... Знаешь что? Нужно сделать тесто. Нужно купить губку. Нужно сделать тесто. Да побольше, чтобы не мучиться. По-моему, мне нужно сделать не неаполитанское. Мне нужно сделать нью-йоркское тесто и знаешь, какое еще тесто мне нужно? Дрожжевое вот это, как оно, ржаное. Неаполитанское есть, а вот нью-йоркское заканчивается и заканчивается пшеничное. Давай достану телефон. Что это у меня здесь такое? А, понятно, ясно. Мне нужен телефон, мне нужны рецепты. Кстати, перки... А, перки я в тот раз выбрал. Да. Пшеничное тесто закреплю на экране, на главном, чтобы... убрать нужно. И пойду готовить тесто. Ну, потому что тесто, оно нужно. Тесто, оно всегда нужно. И тем более, когда его очень мало. Пшеничная мука обычная, 3,5 килограммчика. Тука. Так, а что там? А, там, наверное, ничего нет, просто... это видно так. Кажется, как будто там что-то наложено. Нет! Там вода как будто есть. Не пойму, что такое-то? Ком. Пшеничная мука. А почему она там все плавает? Что происходит вообще? Вода 2,3 литра. Но если бы там была вода, то у меня бы показывало, что у меня есть вода, правильно? Я же не дурак все-таки, в конце концов. 2,3. Кстати, 2,3 это самый хороший объем, потому что как раз именно столько в бутылку и помещается. Вроде бы. Да? 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 Ну, наливайся, пожалуйста, быстрее. Почему наливается в бутылку медленнее, чем наливается из крана? Вроде как вот так. А, вот вода немножечко более светлая. 2,3, все, хорошо. А, по поводу соли. 50 грамм соли нужно еще взять. 50 грамм соли... Это что, сметана? Да, сметана. 50 грамм соли я возьму. Где она у меня лежит? Где она у меня лежит? Где мне ее можно... А, вот она лежит. 50 грамм. У меня есть 50 грамм. Раз, два, три, четыре, пять. Две дрожжинки. А, это в продуктах. Дрожжи. Купить. Положить. Купить. Положить. А, оливковое масло 80 миллилитров. Оливковое масло с оливками, естественно, 80 миллилитров. Что там такое? А, и мне показалось, как будто... Хватит мотаться во все стороны, в конце концов. А, мне показалось, как будто там человек какой-то ходит. 80 миллилитров. Самое главное не переборщить. Ведь здесь как говорится, здесь чуть-чуть прям вот перебарщиваешь, и все. И тесто все коту под хвост. Сахару 100 грамм. Сахару 100 грамм, это что? Это вот это. Сахара 100 грамм. Много, какое сладкое тесто. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, тесто готово. В целом, нужно идти за вот подносом. И бежать с этим подносом. Тихо ты, ну... Представляешь, врезается постоянно во все, что только не нужно врезаться. Так, закрываю сетку, нажимаю на зеленую кнопку, и пошло-поехало. Вроде как все ингредиенты я положил. Поэтому должно быть все хорошо. Далее. Наслаждение прям, не знаю, мне нравится этот звук так. Он настолько успокаивающий, он прям так
классно так падает это тесто. Не могу прям, вот слушал бы и слушал. Давай возьмем поднос вот этот. Чё? Блять, рассыпал. Вот этот поднос взял, положу его вот сюда. Угу. Это нью-йоркское тесто, кстати, нужно закрепить. Кстати, да. Зайти сюда, закрепить вот этот рецепт. И что-то тут... А, ну то же самое, в принципе, здесь ничего, ничем не отличается рецепт. Так что все... Все хорошо, говорю. Поставь ты ровно. Угу. И поставь вон туда. Отлично. Беру универсальные муки. Универсальная мука, это, ну, вообще, это как? Ты где-нибудь видел упаковку с надписью «Универсальная мука»? Я тоже не видел. Мне кажется, нас обманывают. Это не универсальная мука, а как раз наоборот какая-то специальная. Ну, просто универсальная мука, это вот из чего? По углам пошкрябали вот те универсальная мука или что это? Что это? Кто придумал универсальную муку? 2300 миллилитров нужно налить водички. Долго она очень наливается, и почему-то, блин, на пол-литра она различается с показателями от крана. То есть в кран наливает почему-то больше. Куда девается остальное, не понимаю я. Вы не пишете, куда девается вода, я не могу даже догадаться. Все, выливай. Вот я почему-то вылил 2,3, ой, 2,2, а оказалось 2,3. Налил 2,3, вылил 2,2, а в итоге 2,3. Как так получается, вообще не ясно. Соли 75, а у меня есть только соль-то? Даже не знаю, где-то она здесь должна быть, да? Куда-то я ее сюда поставил, погоди. Где соль? Кончилась, что ли? Да вот она, лежит, отдыхает. 75 грамм соли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. Криво легла, и все, я ее потерял. Дрожжи одни. Купить. 90 оливкового масла. Есть у меня столько? Нет. 57, блин. Ну, ничего страшного. Сейчас куплю еще. И налью еще. Жидкость. Жидкость, оливковое масло. Покупаю, было 57, станет, надо еще налить, короче, 33. Девяносто один откуда-то взялся. Я вообще не понимаю математики в этой игре, так что даже не удивляюсь. И 75 сахарку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, пять. Так, еще раз достоверно проверяю, все ли я положил. Закрываю сетку. Нажимаю на зеленую кнопку. Месит. А, ну и все в целом, наверное, да. У меня есть же все необходимые мне ингредиенты. Почему у меня там тесто подсвечивается, не знаешь? Я тоже не понимаю. Так, ну, этот соус есть, маринара тоже есть, альфредо тоже есть, хумус тоже есть и песто тоже есть. То бишь, в остальном у нас проблем никаких... Положи на место. В остальном проблем у нас никаких вообще нет. То есть тесто есть, самое главное, что есть тесто. Чё подсвечивается, а? Расскажи мне, пожалуйста, что там подсвечивается. Все. Да. Не, представляешь, вот подсвечивается и все. Это игра. Игра мудит что-то и не хочет, чтобы я по-человечески играл, чтобы у меня все по-человечески отображалось. Так, открепляю рецепт и заканчиваю день. Да, хочу закончить день. Сейчас нам расскажут, как у нас прошла предыдущая серия. Доход 557, кстати, неплохой доход, потому что мы столько, точнее, я столько раз накосячил, что даже удивительно. Отличная работа, вы получили очередной сертификат, ваша репутация стремительно растет. Ого-гошеньки, круто. Мне дали сертификат 2 звездочки, что ли, или что это? Ну, круто, ладно. Пошло-поехало. 4 сыра. Беру я, значит,
Че я беру-то? Мне нужно выйти вот сюда, выйти сюда, нажать на колокольчик, нажать на 4 сыра, закрепить с этот рецепт. Маленький неаполитанский стиль. Это пшеничная. Маленький неаполитанский стиль. А куда он упал-то? То ли тесто пропало, то ли еще что. Подожди, маленькая. Возьми. Куда оно девается-то? Эй! Бляха-муха, представляешь? Просто просрал несколько кусков теста. Я не хотел. Давай лучше положу его вот сюда. Но тут хотя бы в стенок никаких нет, и наверняка они никуда не уйдут. Блять, потерял просто на ровном месте. На ровном месте потерял тесто. А, соус маринара. Мы с тобой профессиональные повара. Нам нужно, чтобы все было по порядочку. Горгонзола нарезанная. Вот она. 60. А, раз. Двас. Трис. А, пармезан нарезанный. 6 грамм. Это фонтин, а пармезан у меня где-то тоже был. Тертый точно есть, и пармезан я резал, потому что он мне тоже нужен был в прошлой серии. Это я точно помню, вот он. 3 грамма, это 2 штучки. А, раз, два. Нарезанный фонтин, а, моцареллы нарезанный еще. Обычный. 90 грамм. 60. Чуть не положил. А, так, раз... Два. Три. Но это вкуснятина. Это столько сыра. Это просто красота. Фонтина нарезанная. Вот она лежит. 30 грамм. Тоже 3 штуки получается. Раз. Два. Три. Лист базилика. 12 штук. 12 грамм. По 3 граммульки они. 4 штуки, короче, положить надо. Вот так вот. Раз. Два. Три. 4. Ну, на самом деле, очень вкусная должна получиться пицца, потому что очень много сыра. Пицца и сыр — это как слова-синонимы. То есть пицца без сыра, она... Не пицца вовсе, это просто ерунда какая-то. Это просто булка с колбасой или с чем-то там еще. А вот сыр... Это самое основное, что может только там быть. И чем больше сыра, тем вкуснее пицца, соответственно, и получается, что... Первую оценку ты даешь пицце в зависимости от того, насколько там вкусный сыр. И насколько его там много, и насколько там вообще все хорошо. А потом уже смотришь, есть ли там, не знаю, какие-то другие ингредиенты. Самое главное — это сыр. Выхожу, беру я моца... среднюю неаполитанскую. Блять, просрать столько... Просто просрать столько теста. Средняя неаполитанская. Чё там по пицце-то? Да уже почти готово, так что давай не будем терять времени. И заберу пиццу из печки. Ну, потому что если я сейчас просру момент с доставанием ее из печки, она сгорит. Она сгорит, наш клиент будет недовольный, типа скажет: о, ты куда смотрел, ты вообще-то это самое, готовишь мне пиццу, я тебе заказываю, это деньги тебе за это плачу. А я ему скажу: блин, ну, дружище, ты не один здесь заказываешь, а... Мол, там другие люди ждут. А он мне скажет: да мне посрать, и все дела, и, короче, так-то, так-то, и сяк-то, сяк-то. 5 звезд, ну кто ж сомневается-то, кто ж сомневается-то, я ж профессионал своего дела, я пиццеоло просто, пиццеол, пиццеола, как там правильно говорится, маринара, блин, вот зачем это варенье намазывать на тесто? Можно же ведь какой-нибудь другой немножко соус использовать. Каждый раз одна и та же маринара. Моцарелл нарезанный, 100 граммулек. 5 штук, короче, положить надо. Раз. Двас. Трис. Четырис. И пять. Моцарелла есть. А, все, что ли? Серьезно? И 8 листов базилика. Блин, это много. Ну что такое? Давай. Раз. Двас. Трис. Четырис. Пять. 6, 7, 8. Немножечко неровно получился. Я хотел бы сюда еще положить, но... Ай, положу. Почему нет? Ну, блин, мне написали, что если ты будешь насыпать чуть больше, чем нужно, ничего в этом страшного не будет. То есть, а вот чуть меньше — это уже плохо. Хотя,
По-моему, мне в прошлой серии там пиздюлей дали за то, что я насыпал чуть больше. Сейчас посмотрим, насколько это сильно важно и насколько это сильно влияет на результат заказа. Правильно? Правильно. Беру я, значит, меланзана. Меланзана закрепить. Маленькое тесто неаполитанское. Маленькое неаполитанское. Беру. Тоже маринара. Опять маринара. Это маринара покоя не дает. Хоть в холодильник бери, накладывай этой маринары. Благо у меня 1,3 литра еще этой маринары. Это хватит достаточно надолго. Но все равно. Так, моцарелла нарезанная. 60 граммуль. Раз. Два-с. Три-с. Пойдем доставать. Это была маленькая или большая? Да хуй его знает, большая или маленькая, надо доставать. Сгорит. Уже сгорело, скорее всего. Ну. Подвисло немножечко. Средняя, вроде как средняя. Не знаю, может быть и не средняя, но ничего страшного. Да средняя, средняя, железно. Говорю тебе, железно, средняя. Хватит там смеяться. Я вообще-то это самое, не анекдоты здесь рассказываю. Нет, не подгорело. Да возьми. Дзинь. Это была маргарита. Почему? А, ну да, маргарита, она только из сыра. Правильно же? Маргарита, готова. Так, идем дальше. Эти продукты появятся в заказах завтра. Сушеные помидоры, американские колбаски, давай. 6 продуктов надо выбрать. Фета, сыр, лук-порей, цедра лимона не хочу. Фарш из ягнятины, фундук, да, фундук, пиццу, фундук, в пиццу добавлять фундук. Да вы извращенцы. Пепперончини. Ну и перец давай тоже будет. Достаточно, конечно, это все серьезно. Баклажан нарезанный, мать его за ногу. Где-то мне сказали, у вентилятора вот гастроемкости, да, точно. Спасибо тебе большое за то, что подсказал. Нарезанные баклажаны. Баклажан нарезанный, беру корзину. Иду за баклажаной. Где он тут? Вот он. Раз, два. А третьего будет много. На 50 граммуль будет больше, чем нужно. Так что... Ну, так что придется нам с тобой 700 всего нарезать. И вместо чего это положить? Хуй его знает. Да? А вот вместо чего, правда? Ну, возможно... Вместо кукурузы. Пусть кукуруза здесь постоит. Чуть баклажан на огурцы больно похоже, нет? Шесть штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12 листов базилика. 12 грамм листов базилика. Это 4 штучки. Раз, два, три, четыре. Пойду в печку дров подложу. А то она какая-то уж совсем хиленькая, сраненькая стала. Уже не горит практически. Оп. Моцарелл положил. Все, положил. Пойдем. Закладывать. Запись-то включил хоть. А то же я могу. Я, блин, периодически так бывает у меня. Я забываю поставить или запись, или микрофон включить. Еще что-нибудь забываю включить. И сижу тут, разговариваю. Потом такой, ёб твою мать. Ёб твою мать. И все, и заново. А, вот мое тесто-то. Все, нашел тебе. Спасибо большое, что оно осталось тут. Среднее. Нью-йоркское среднее. Раскатываю. Успею раскатать, наверное, и положить соус. Хотя, не, нихера. У меня была там какая? Маленькая. Маленькая. Беру тарелку маленькую, беру кладу, беру лопату, беру сюда. И раз, два, три, четыре, пять. Достаю. Угу. Чего? Я думал, опять что-то разбил. Ты смотри мне, не дури. Опять смеется. Я же ведь здесь не стендап-комик, в конце концов. Меланзана. Ой. 5 звездочек. Отлично. Отлично. Заказы прут, заказы выполняются в отличном... с отличным рейтингом. Все ко мне приходить сейчас будут. Вкусняшку-то я готовлю, как у смотри. Борща намазал на тесто и пошел. Моцарелл 5 штук.
Да, моцарелла, пекарина романа. А у меня нет пекарина романа, откуда же я его высосу-то? Анчоусы, блядь, каперсы, лисбезик. Ай, блядь. Извращуги, каперсы, пекарина романа. Я зачем столько всего добавлял себе? Ой, блядь, и здесь нельзя не выбирать. То есть здесь в любом случае с тебя это спросят. Пекарина романа. Раз, пекарину Романова взял, вторую взял. Анчоусы в банках должны быть. А, каперсы, вот они. Две банки тоже положу, потому что их тут по 500 граммуль. Теперь анчоусы где? Ананас мне не нужен. Анчоус, тоже две банки. Блять, их все в гастроемкости надо положить. Листы базилика, это понятно, это ясно, где находится. Ну, пойдем. Да ёб твою мать. Стен, что ли, не видишь? Положи. Теперь. Беру я гастроемкость. Она вот здесь лежит. Беру гастроемкость, насыпаю туда. Чё? Правильно, анчоусы. Анчоус раз. Их-то резать не нужно вроде как. Как долго, тряси быстрее, пожалуйста. Долго очень это все происходит. Я успеваю устать, пока он насыпает всю эту канитель. Сил нет, просто серьезно. Ну, блин, можно же побыстрее как-то все это организовывать. Так, ладно, анчоусы готовы. Ну-ка, доставай. Поставь. И достать нужно, наверное, не знаю, ну, возможно, блядь, бекон. Возможно, еще что-то бесполезное тут есть, нет? Да, у меня есть два тунца. Два тунца есть у меня, я один выложу. А анчоусы туда положу. Анчоусы готовы. Так, а теперь в нарезчик пекарина Романа положу, да? Ведь они нарезанные должны быть, сыры-то. Сыры, белки, углеводы. Так, каперсы. Каперсы тоже должны быть в гастроемкости. Да, ладно, все, давай, иду. Угу. Да поставь ты. Каперсы это такие маленькие хуевинки на крыжовник похожие. Но это не крыжовник вовсе, это какая-то хрень такая пряная достаточно. Я их не ел никогда, но мне кажется, что они невкусные. По крайней мере, чё-чё, а то в пиццу я их добавлять бы не стал. Потому что, ну, а к чему они там вообще нужны? Тем более, видимо, по картинке, как мы видим с тобой. Ой. Они достаточно маленькие. Я их вместо красного перца засуну. Засунь ты. Ага, молодец. Теперь все это дело нужно мне с тобой сейчас. Куда я сыр-то дел? Сыр-то где? А я его не порезал, блядь, конечно. А третий где? Не понял. Ладно, у меня кончились гастроемкости, значит. Ой, да подожди, Все делаю, все, что не нужно делать, я делаю все. Гастроемкость купить. Засунуть. Все. Порезать. А почему там 800? Почему 800-то они по 500 грамм весят? Меня где-то наебали. Меня прям где-то прям очень сильно наебали. Моцарелл тертую вытащу. Хорошо, что оно не просыпается. Кади, мне... Блин, у меня такое ощущение, как будто у меня уже есть этот сыр. Но, видимо, нет. Так. Музыка, блин, конечно, здесь вообще кайфовая. То есть она прям настолько классная, что я прям не могу. Днями и ночами бы слушал. 4 штучки положить надо. Ну, давай положим. Моцарелл, пекарина, анчоусы. Анчоусы это вот тут. Так, анчоусы, вот они. Фу, блядь. 8 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Пусть так лежат. Может, им так веселее будет. И каперсы. 32 грамма. 32. 4 раза надо кидануть. Хорошо. И теперь лист базилика. По-моему, у меня опять эти маленькие хреновинки зависли наверху у пиццы. То есть сверху пиццы.
Так, 24 это 8 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, смотри, половина каперсов висит просто в воздухе. Отдыхают, так сказать. Так. Что там по температурам-то вообще? Остыла печка, остыла прям вообще по самой не балуйся. Пу-пу-ру-пу-ру-пу-ру-п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 у. Угу. Блин, ну смотри, как их много и как они в воздухе висят. Ну так должно разве быть? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что они все-таки должны быть на своих местах. Так, это была средняя пицца, поэтому давай-ка мы возьмем среднюю тарелку. И следующий заказ, естественно, тоже возьмем, потому что, ну, почему бы и нет? Время 5 часов всего-навсего, а у нас еще очень рыбная. Рыбная — это вкусно. Рыбная, ну, по крайней мере, это выглядит вкусно. У нас с тобой еще рабочий день не закончился и закончится не скоро. Чесночный соус у меня есть, ну вот он, да, лежит. Да, это чеснок. Блять, это очень важно. Сколько там осталось-то? Да уже почти все. Неаполитанская маленькая. Неаполитанская маленькая. Так. Так. Да возьми ты. Так, так, так. Пицца приготовилась. Сейчас нам с тобой дадут еще, наверное, уровень один, потому что, ну, что-то как-то уже давным-давно его не давали. Хотя мне он не нужен вовсе, потому что там дадут новых продуктов, а это мне не хочется совсем. Мне и с этими продуктами тяжело живется, а ты мне хочешь еще дать. Так, это была Романа. А, теперь я беру скалку. Ой. Да? Правильно я говорю? Правильно. Раскатываю. Беру чесночный соус. Ну, наверх, налево. Чесночный соус. Ой. Вот чесночный соус вкусный. Не знаю насчет, конечно, как он ведет себя в рыбной пицце, но вообще вкусный соус. Пармезан нарезанный есть у меня? Блядь, где-то наверняка есть. Пармезан нарезанный. 6 грамм. Две штуки, что ли? Это что такое? Чё, зачем его вообще тогда класть туда? Спаржа. Спаржа нарезанная. Блядь, кальмары. Ладно, кальмары еще куда ни шло. Но от нарезанной спаржи я вот вообще диву даюсь. Да ладно, пойдем за спаржей. Нет у меня ее же ведь? Нет, конечно, откуда она у меня возьмется. У меня здесь есть артишоки, каперсы и всякая вот такая вот дребудистика. А вот спаржи нет нарезанной. Как жаль, как жаль, как жаль. Но пойдем. Пойдем, возьму корзинку и побегу вниз за спаржей. Спаржа где должна храниться? Правильно, рядом с овощами, фруктами и всякой вот этой вот... А, дарибуддистикой. Так, а, погоди, может быть, она где-то в холодильнике живет? Да, смотри-ка, правда, нет, это рукола. Рукола, блядь, спаржа. А спаржа-то где? Эй! Лук-парей. А спаржа-то, вот она, 250. Значит, мне нужно сколько? 4 штуки аж. 4 штуки нужно взять. Раз, два, три, 4. И спокойно себе бежать ее резать. Блядь, чё из... Какой прикол вообще в нарезанной спарже, а? Нарезанная спаржа. Даже звучит не очень, не то что уж, блядь, на вкус. Ну, конечно, на вкус и цвет, как говорится, но все же, блин, ну... Извращенцы гастрономические, я прям не могу. Так, на чё и толку нарезали, тогда она такая же и осталась. Надо из нее было пюре и полить сверху, и все. Вот это была вкуснятина, блядь. Так, сколько ее надо? 16 грамм. Один разок бросить, короче. Блять, неравномерно распределил, как некрасиво-то. Теперь базилик. Базилик, говорю. Базилик. 4 штуки. Раз, два, три, 4. Выглядит, конечно, не очень аппетитно. Я бы сказал, даже, наверное, не очень вкусно выглядит. Но хозяин-барин, как хочет, пусть, так пусть это все и ест. Дело не мое. Беру. Беру. Сую. Маленькая наша была? Да, маленькая, слава тебе, господи. Не обшибся. Так, так. Это была рыбная, сейчас гавайская. Гавайская с ананасами. Твою мать, ананасы. Большая нью-йоркская. Раскатываю. Блин, это сложно. На самом деле это сложно достаточно. Вот ты сейчас сидишь, смотришь такой, думаешь, ёб твою мать. Чё так скучно, чё так скучно? А я тебе могу сказать, я так загружен этой игрой, что у меня вообще нет в голове соус барбекю, блядь, это тот, который был, должен был быть барбекю, а у меня домашний. Домашний получился вместо барбекю, ну ничего страшного.
Можно, кстати, пожертвовать одной звездочкой и сделать из домашнего соуса эту пиццу. Но нет, я не из таких людей. Ай, давай сделаю домашний... Ой, домашний соус. Давай еще раз домашний сделаем, чего бы нет. Сейчас сделаю барбекю. Бросай. Сейчас сделаю барбекю. Возможно. А, возможно и нет. И рыбную сдаю. И пошел делать барбекю. 4 звезды. Серьезно? Спаржа неравномерно распределена. Да пошел ты нахуй. Товарищ, серьезно. Ну, ты, блядь, ну такой человек, конечно, нехороший. Подставляешь меня на ровном месте. Соус барбекю закрепить. Кетчуп 500 миллилитров. Жидкости, кетчуп. Сколько здесь? 500. Хорошо, что его... А что там горит? Хорошо, что его не нужно как-то... выделять, как-то его цедить. Так, коричневый сахар у меня точно есть. Есть. 350 грамм. А нужно 150. Угу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5. Готов дел. Теперь... помидоры Сан-Марцано, блядь, помидор, 500 грамм, они, по-моему, по сколько там они там? По сколько они, по 50? Или по сколько грамм-то они? Где они? А, вот они. По 100, хорошо, раз, два, три, четыре, пять. Так, а, вроде больше ничего не нужно. Так, помидоров пойду набросаю. В соусницу, да, правильно, все. Все, помидоры готовы. Меласса. Меласса — это что-то такое не очень вкусное. Звучит прям не очень. 49, а нужно сотню. Сотню нужно. Нужно еще купить. Еще налить. Так, сотню нужно. Нужно еще 50. Если быть точным, 51. Сотня, бля, 52 налил. А, винного уксуса нужно. Нужно винного уксуса. А где он, кстати? Майонез, блядь, не винный уксус. Жидкий дым. Ладно, пойдем куплю винного уксуса. Мне почему-то кажется, что его нужно будет купить немножко больше, чем одну. Да? Сколько он тут? 500 тоже. Жидкий дым 20 миллилитров. Какая красота, смотри. Паприки 10. Где паприка? 10. Соли 10. А, лукового порошка. Пятюню. Вот он, луковый порошок. Раз, два, три, четыре, пять. Чесночный порошок, тоже пятюня. Каенского перца, пятюнь. Чесночный порошок, где? Вот он. Блять, увидеть это все, запомнить, как оно выглядит, вообще это сложно. Каенский перец. Пятюня. Теперь черного перца нужно, пятюню. Черный перец где? Вот он. Пятюню. Раз, два, три, четыре, пять. Красный перец молотый. Вот он. Пятюню. Сил нет, сколько можно-то? Горчичный порошок. Пятюню. Ай, корица. Положи ровно. Корицы, пятюня. Самый муторный, по-моему, соус. Хорошо, что у меня других пока нет. Так, и гастроемкость. А тоже ведь, блядь, мне сейчас скажут, что налил в никуда. Будет некрасиво. Так, ну и все, в принципе. Надеюсь, барбекю. Неужели барбекю получился? Ура! Брось. Хорошо, он не проливается. Так, домашний соус можно выбросить, потому что он мне не нужен. Потому что это ошибочный был. Ошибочный рецепт был. Беру. Беру. Что я беру-то? Я беру заказ. Всегда готов. Ну-ка. Я беру заказ. Кстати, хорошая песня. А, тесто в нью-йоркском стиле, соус барбекю. Мазюкую, 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 мазюкую. Красота.
Моцарелла нарезанная 140. 140 это что? Это 7 штук. Это нужно сделать вот так. Нужно положить вот сюда. Положить вот сюда. Вот сюда. Сюдашеньки. Сюдашеньки давай положу. Сюдашеньки. И вот сюдашеньки. Блин, вот где... Сука. Случайно нажал на кнопку. Ну ничего страшного. Бекон нарезанный. 96. Это 12 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Прошутто кота нарезанное. Вот оно. 180, это 15, 150, 10. 12 тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 180 и ананас нарезанный 128. Блин, ну вот это вкусная пицца, потому что там очень много мяса и мало-мало теста. Купить. Нарезаны. Так, ананасы. Я иду за ананасами. Где они здесь? Вот они. Раз, два. На кой хрест здесь их уже порезали? А, ёпть. Положи. Они просто дал... Подожди, а почему... Ананас нарезанный. Ну, он резанный, конечно, блядь, но он так не считает. Его можно туда засунуть, ёб твою мать. А чё он туда тогда не засовывал? Потому что надо по отдельности, типа, это делать. Блядь, ну глупость получается. Нет, нет, а можно это вытащить вот сюда вот? Блять, ну на кой мне такие ананасы нужны? Мне же ведь теперь это самое... Блять, ну... Расстройство, просто сплошное расстройство, понимаешь? Игра не хочет, чтобы я в нее правильно играл. А, так, купить, взять, ага, ананас взял. Пойду еще насыплю одну банку в резчик. Некрасиво получилось, конечно, со стороны игры. Она могла бы просто мне рассказать, что... Блять, так не нужно делать. А тут получается, что я вроде как бы понадеялся, а так некрасиво получилось. Ай, ладно, сыры, помидоры. Так, помидоры вроде, наверное, может быть, пригодятся. Хотя хуя не пригодятся, уже последний заказ сейчас возьму и все. Белый лук возьму, положу вот сюда. Засуну вот сюда. Сейчас будет время, 9:30, я это самое, возьму еще один заказ. Так, ананасы. Сколько надо их? 128, то есть 4 раза. Раз, два, три, четыре. Ну, выйди. Все. Разогревай печку. Осталось всего у нас с тобой одну пиццу приготовить. Угу. Вот это вкусная пицца. Я прям хочу ее сейчас. Я прям проголодался аж. Меня прям аж в жор подало. Прям подало. У меня живот сейчас заурчит. Так, что там еще нужно сделать? Маргарита в нью-йоркском стиле. Закрепить. Моцарелла нарезанная. Большая, большое нью-йоркское тесто. А, раскатываю. Но маргариту я должен сделать, потому что вроде как здесь ничего сложного... Ой, сложного-то ничего нет. Маринара. Наверное, ты слышишь, как звучит мышка об мой стол. И прям говоришь, блядь, да почему ты так скребешь, скребыхаешь? А потому что ты всегда можешь пожертвовать мне денежку на... По ссылочке в описании. Всегда можешь это сделать. И у нас с тобой произойдет, так сказать, понимание друг друга. Я собираюсь сейчас как раз на новый стол. Вот на новом столе такого быть не должно. Поэтому ты всегда можешь мне пожертвовать денежку. Я себе куплю новый стол, и ты не будешь слушать, как я скребу мышкой по столу. Так, вроде ничего не сгорело. Так, даже там что, анчоус, что ли, лежит? А, это бекон. Гавайская в нью-йоркском стиле. Так, это была Маргарита, сейчас будет готовиться. 4 звезды. Блядь, 4, правда. А, заказ вовремя не завершен. Ну, здесь уже ничего я не поделаю. А за сколько я его завершил?
Я понимаю, что не точно не за больше 20 минут, но почему больше 10, почему не написать, за сколько я его завершил? Глупости. Ладно, ладно, ладно. Моцарелла нарезанная. 140 грамм, это 7 штук. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Лист базилика. Лепота. 36 грамм, это... Ёб твою мать, это сколько надо насыпать-то? Аж 12 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Ну и все, готово дело. Пойду разогрею печку. Мне не хватит просто. Думаю, что не хватит. Хотя, возможно, и хватило бы. Так, возьму пиццу. Поставлю ее в печку. Возьму тарелку. Большую тарелку возьму. Поставлю на пол и буду с тобой сидеть ждать. Когда же она приготовится? Это пицца. Так вот, про стол как раз-таки. Ты всегда можешь помочь каналу, всегда можешь хотя бы просто подписаться. Дело даже не в том, чтобы там деньгами каким-то помогать. Просто подпишись на канал, поставь лайк и прокомментируй, поделись с друзьями, чтобы люди хоть узнали, что вот есть я такой вот, сижу здесь, играю в симулятор готовки пиццы, и вроде как бы все здорово, и вроде даже неплохо получается, и поэтому почему бы и нет? То есть, ну, что сложного-то? В этом нет ничего сложного, дружище. Бери да рассказывай. Можешь даже объявление на стене у себя дома повесить. В подъезде или где там живешь. На улице, может, расклеишь, если в частном доме. Что вот есть такой-то канал. Переходите там по ссылке в описании. Смотрите, наслаждайтесь. Так, отправляю заказ последний. Отлично. Это был последний заказ, теперь приготовьте ингредиенты на завтра. Обязательно, но это сделаю в следующей серии, потому что у нас так заведено. Так, здесь больше ничего нового нет, дневной лимит смены, окей, хорошо. На этом я хочу с вами попрощаться, спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки, и мы с тобой должны увидеться в следующей серии. Увидимся с тобой в других видео, обязательно рассказывай друзьям, поддерживай канал, ставь лайки и подписывайся сам, если я тебе еще этого не сказал. Всем до встречи в новых видео и всем пока!